Здравствуйте, Майя. Сегодня прибыла первая группа моих подопечных. Должна признаться, что я взволнована. Возможно, мы стоим на рубеже новой эры. Ядерное оружие бессмысленно в мире, где вирус способен уничтожить население целой страны, оставив нетронутым все остальное. Быстрее, быстрее! 27 мая. Комендант Протера проинспектировал лабораторию с отцом Лилиманом, который якобы должен следить за соблюдением законов и прав человека. Я занервничала, но комендант уверил меня, что с этим проблем не будет. 2 июня. Я все думаю, если бы эти люди знали, как они могут помочь своей стране, стали бы они вести себя иначе? Они такие слабые, жалкие, никогда не смотрят в глаза. Я чувствую ненависть к ним. 18 августа. Из первых 48 человек умерло более 75%. Пока не получено никаких достоверных результатов. 18 сентября. Остается один пациент, на которого я еще надеюсь. У него нет недостатков иммунитета, отмечавшихся у остальных. Я обнаружила в его крови несколько клеточных аномалий, которые мне совершенно неизвестны. Судя по всему, мутации вызвали аномальное развитие мышечного чувства и реакции. Пациент говорит, что уже совсем не помнит, кто он и откуда. Кем бы он ни был теперь, он средоточие нашей мечты. Наша единственная надежда на то, что все было не зря. 5 ноября. Это началось прошлой ночью, около полуночи. Первый взрыв разворотил весь медицинский корпус. Вся моя работа пропала. Я пыталась понять, как такое могло случиться. И тут увидела его, человека из 5-й камеры. Он смотрел на меня, не глазами, ибо глаз не было. Но я знала, что он смотрит на меня. Я это чувствовала.